приехали на улицу Инсадон. Это такая туристическая улица, где продают всякие сувениры. У нас в Сеуле сейчас 4 или 5 часов свободного времени, а я не знаю, что вам показать. Мне кажется, на просторах Ютуба уже столько Сеула, что уже просто чем-то удивить или снять что-то новенькое невозможно. Видим какой-то ресторан, корейский национальный. Вот такой забавный интерьерчик. Как в теремке, в сказке про медведя. Мы заказали фирменное корейское блюдо тотори мукмучим. Это желе из желудей, перемешанное с овощами, в сладковатом, таком островатом немножко соусе. И очень четко здесь выражен вкус кунжутного масла. Одно из моих любимых блюд. Во время трапезы к нам подошел владелец ресторанчика и начал разговаривать, рассказывать про свою семейную драму и спрашивал нас, как мы уживаемся с такими разными менталитетами, азиатским и европейским. Он рассказал, что у него двое детей, сын и дочь. Дочь училась в Англии в университете и вышла там замуж за англичанина. У них родился ребенок, но они долго не прожили. Так как утверждает этот мужчина, корейцам совсем не по душе английский менталитет. Якобы муж этот англичанин совсем не помогал жене своей, тяжелые сумки не таскал, был неприветливый. В общем, полная противоположность корейского парня. И дочка не выдержала, и развелась с ним, и приехала в Корею. Вот, а еще рассказывала про сына, про своего, что он не может жениться до сих пор, так как кореянки стали очень требовательные, им нужно, чтобы у мужчины уже был и дом свой, и машина, и какой-то счет заоблачный в банке, и супер-пупер образование, и какая-то очень уважаемая должность. В общем, он не может найти себе девушку, которую бы просто, ну, вот такой средний достаток бы устраивал. Вот, поэтому он сейчас копит деньги, он работает, говорит, на нескольких работах, чтобы как-то у него появилась девушка. Вот такие стали сейчас кореянки. Всем, говорит, подавай бриллианты. Ну, в общем, это, мне кажется, всемирная проблема уже. Вот такой разговорчивый попался дедок, и они сошлись с моим мужем, так как оба любят поболтать о личном, простые, как советские трусы. Какой красавчик. Я равнодушна к мотоциклам, но мимо этого просто так пройти невозможно. Харли Дэвидсон. Что только не увидишь здесь. Что это? Место еще легко. По $30 за чайничек. Что за чайничек такой? Серебряный, наверное. Национальных костюмов. Девушки сидят, едят пельмени. Здесь можно пофотографироваться в национальных костюмах корейских. Студия вот такие фотографии делает. Профессиональные. Это уже только ленивый не видел, наверное, как делают эти печеньки. Очень-очень много сувениров. Бира. И большинство сувениров, они именно ручной работы, не привезены из Китая откуда-то. Все ручная работа. Не, можно, конечно, найти что-нибудь такое, китайское барахло. Но оно в меньшинстве, и это радует. Приятно гулять было бы по этой улице, если бы не было столько народу. Просто сегодня воскресенье, нужно... Катя, нужно в какой-то другой день к
кроме воскресенья, сюда приезжать. Тут какая-то туса. Робот? О, боже, он двигается. Такая атмосфера на корейских крышах по вечерам. Вокруг горы, Сеул весь опоясан горами. Очень-очень-очень красиво поэтому в Сеуле, благодаря природе. Закат скоро. Мы на какой-то крыше находимся, всего на 9-м этаже, но вот такие виды здесь открываются. Вот там Сеульская башня, Seoul Tower. Какая-то выставка здесь проходит, но сегодня смотреть можно только на небо. Небо просто невероятно, как будто его нарисовали. Наши дети здесь репетируют. Звезда. А. Но раса? Антигоса, когда я мог это? Антигоса? Мочигоса. А, кого и забыла? Он или а он или сижана не? А. Он или ририжана. Я Смотрите на цены. Яичница, которая в обычном ресторане стоит от силы там $3-5, здесь она стоит 12. То есть цены в 3 раза дороже, чем в обычном ресторане. Заплатят корейцы за экзотику.